Крутой и супер очевидный. Я первый раз зашел в ТС, но я там пока один, в чате тоже никого нет. Подождем, может кто-нибудь придет. Так, две игры буду стримить: Golden Axe 2 и Shadow Blasters. Сейчас проверим. Я пропалил. Ох ты, что там? Ага. Что-то медленно. Извиняюсь, блядь. Балаган. Все. Ну, короче, поехали. Будем тянуть. Я уже опоздал 7 минут. Так, так, на чем я там играю? На харде. Линию максимальную ставлю. Да. Отлично. Играю. Имею игра. Давайте вот этим. Что ли, пройдем. Так. Так. Все вспомнил. Много хитростей в этой игре, все надо знать, все такое. Но я почему-то не следую правилам. Мочим этого болвана. Идем дальше. Чуть не убил детей. Вот убил там. Да идите вы, ребята. Я лучше магию потрачу. Если удержит кнопку А, то он будет помощнее магии. Вот синяя полоска будет выбираться. Соответственно. Но чтобы синяя полоска была полной, надо собрать кувшин. Делаем. Вообще не жалко. Точнее, не особо жалко. Это и жалко, но не настолько. Ау. Все, дракон, ты можешь идти. Ты отслужил свою службу. А, я знаю, почему меня лагает. Из-за ТС-ки. Спасибо. Грандаджи. Грандаджи. Железное правило. Что поделать? Придется сидеть и лагать. Не, и так видео плохое. Ну, в смысле, качество. Очень маленький ветры. Низкий. ТС 20. Ну, может, 30. Первый уровень, ерунду. Так. Еще встретимся. Так. Как вы видите, 60 FPS. Я всегда играю на 60 FPS. Только в редких случаях 50. Но такого еще не было.
такого случая еще не было. Если не считать до того, как я всегда играл на 50. То есть это американский версия. Точнее, тут нету никакого, не американского, это универсальная версия. Да, блин. World для всех стран, для всех регионов. Ну-ка ты пошел. Хе-хе. Вау. Так, наверное, лучше будет. Ауч. Как сказать? Ой. Ну это вот скелет. Он нарвался. Блин. Он даже с такого близкого расстояния фигачит. Страшные только толпой. То есть два и больше. Но тогда они могут потратить их хп. Ну и в таких вот тупых случаях. Ох, какая реакция. Мгновенная просто. Ну и дура. У скелета нет мозгов. Поэтому он бежит во все подряд. Блин, зря я все заскроллил. Мне придется со всеми тремя драться. Что это? Магию я на вас не буду тратить. Здорово. Почему не работает?
какая-то смутная тактика. Я первый раз такое использую. Random access tactics. Да. Такс. Сила у меня 27,5. Ну ладно. По одному подходит особо. Он спрятался за стенкой. Все, придется по одному. Тупой. Но я тебе полностью не дам. Куда-то упал. Понятно. И меня самого выбросили, типа. Какого черта ты так дерешься? Хорошо, что у меня только две полоски. Проще. Вообще обожаю сталкиваться. Мудаков. Практикую, тренирую, обучаю. Так, делать вообще. О, Архилик, привет. Человек, который ждет от меня прохождения Супер Сайберга на харде бессмертия. Что-то типа реквест. Пререквест. Да, это далеко надо еще. Его даже пока рекундер, по-моему, не может пройти. Громче, чем голос. Ладно, хоть сказал. У каешки. Так. Вот этот Генсон. Надоедает так. Конечно. Теперь как, нормально? Дайте мне жизнь лучше. Сейчас послушай, но игра громковата. Ну ладно, сейчас еще сдам. Пожалуй. Вот так. Нормально, наверное. Думаю. Или еще сбавить. В прошлый раз что-то я крутил, видимо, зря. Это что за голнас, монах? А сейчас норм. Так, это вторая часть.
просто что-то решил пройти. Самая моя любимая часть всех. Больше всего играл во второй части. Ну, потом на втором месте первая часть. А третью я вообще не играл. Только, наверное, лет 5 назад это узнал. Так до этого даже не знал, что есть третья часть. Golden Axe первую часть я играл на MS-DOS только. На Sega я не играл ни разу до сих пор. Даже сейчас. Только на эмуляторе. На MS-DOS играл я. И она называлась Golden Axe 4. А хотя это первая часть. По сути. Такая интересная вещь. Вторую я на Сешке играл. Да. У меня картриджи были. Но я не проходил, по-моему, на харде. На изи только проходил. Зайди в ТС лучше. Архи. Я в ТС-ке сижу, зазря. У меня интернет жрется там. Непонятно зачем. Ну, понятно зачем? Пока непонятно. ТС, да? Да. Салют, наверное. Чем больше жизни сохраню, тем лучше, конечно. Потому что последний босс просто жесть. До ужаса читерский. Ладно, что-то меня тянет. Просрать всю магию. Прям хочу это сделать. Что-то какая-то вещь есть вот такая, ага. Опа. Тут много приемчиков, кстати. В интернете вычитал. На эмуленде, по-моему. Тут столько всяких приемчиков. Интересно. Там что-то СС вниз, С. Можно с напарником сделать. А, это третья часть. Здесь нельзя. Здесь тоже можно. Может, некоторые совокупные приемы. Скажем. Вообще классно. Что-то никто их особо не использует. Видимо, они не настолько эффективны, сколько хотел. Да. Что-то эти ящеры не бегут. Странно. Вообще не обещаю, что даже пройду там без кредитов, еще что-то. Я по-любому просру. Потому что давно не играл. Ну и я вообще проходил. Не, я тебя не слышу вообще. Непонятно почему. Посмотри там настройки свои. Как там у тебя? Так, ТС-ка. Не-а. У тебя микрофон, походу, выключен. Что-то у тебя не то. Вот я прибавил. Немножко. Раз, два, три. Нет, у меня все нормально. Это у тебя. Что-то у тебя там... Ты то микрофон выключаешь, то включаешь. Какой злой, однако. Ящер. Завидует. Хотя.
хотят занять место царя. Ты, падла, я тебе дам сейчас. Но. Дэй. А, не рассчитал тайминг. Я думал, он вообще не побежит. Но... Я как бы так рассчитывал. Да и черт. Пока тебя не слышно. Микрофон включить надо тебе. Тебя там выключен, я видел. Ауч. Быкуйте. Скажем. Ау. Здесь какой-то такой вещь поможет. Ау. Мощного зарядили. Вот так вот расправились. Как стрим идет? А, я, кстати, написал, что стрим будет 2 часа, но по-любому перебор. Стрим будет максимум 1,5 часа, по-любому. Максимум. Я так с запасом взял. А, наюшка так. Изобильно. Ау, ау, ау. Что ты делаешь? Ненавижу, когда вот эти драконы всякие появляются. Они все портят. Это как. Нельзя тут говорить. К сожалению, фиг его знает, пока что все будет. У тебя пишет там, что у тебя микрофон выключен. Ты там что-то нажимаешь, там же комбинация кнопок. Не комбинация, а кнопка просто. Если ты нажмешь там какую-то кнопку, у тебя микрофон выключится. Такая вещь. Вон ты, наверное, в курсе. Нет. То, что у тебя какая-то кнопка там включает и выключает микрофон. Ой, блин, не выпрыгнул. У меня на голос включено, не на кнопку. А попробуй на кнопку. Просто для прикола. Может, у тебя не совсем громкий там или нечувствительный микрофон, например, может быть. И тогда на голос кнопка не реагирует. Лучше на кнопку. То есть ты гарантированно жмешь, и у тебя по-любому будет как бы включаться микрофон. Как вариант. Попробовать надо. А, ты его переключил. Я тебя аж твой... Это повысил. Громкость твоего...
знает, что там. Проверите выводы микрофона. Там, вот. Все. И глючит. А, ты же сказал, тест нормальный. А ты когда вообще пользовался этим микрофоном последний раз? Вдруг он уже давно стал? Ты не понял. Блин, ненавижу когда... Походу у меня мут в ТС. Да, что-то где с настройками. Смотри. Кстати, вот эти... А, сейчас, если слышно. Попробую переустановить ТС. Пока есть время и шанс. Как раз... Иначе в следующий раз, когда зайдешь на солянку, там будет такая херня. Лучше заранее сделать. Ты знаешь, что все будет. То есть я вот зашел на то этот. У тебя пишут, что микрофон выключен. Проверь эти там выводы. Не замыкает ничего. Сзади. Спереди. Стоит. Вот этот мини-джек. 3,5 мм. Черт, мне по-любому придется драться с этим читерским боссом. Зря я так хорошо играл. Хотя я не так хорошо играл. Относительно. Что за говнюк? Уже давай. Ложитесь. Умирайте уже. Чем тут выйдет, если все тест? Ну, да-да. Я так. Просто, чтобы 100% проверить. Понимаю, что если тест прошел, значит, все у тебя нормально, не знаю. Значит, с ТС-ки проблемы. Переустанови ТС просто. И не трогай настройки. Чё-то у тебя там, может, какой-нибудь плагин там, не знаю. ТС сплошной там с каких-то плагинов состоит. У тебя там антивирус, там что-нибудь удалил, там вирус какой-нибудь зашел, какой-то плагин удалился, который отвечает за микрофон или за вывод звука из микрофона. Ну и все, кирдык. Я тебе просто советую элементарно переустановить. Самый лучший вариант вообще во всех непонятных ситуациях. Это как прикол есть. В любой непонятной ситуации. Просто переустановить. Хе-хе.
Смотри, как знал. Отошел. Не получилось. Далее. Получается, они осуществили запланированное. Ладно, не буду сейчас париться. Идем. Ну ладно. Так, чать сидит. Тоже нормально. Единственный человек зашел в ТС, ну, попытался. И у него не получилось. Хотя в прошлом стриме, точнее на прошлых стримах, один человек зашел все-таки. Долго с ним сидели, болтали. Ау-ау, ну хорошая штука. А, да, отличное место. Как-то это называется, эти места. Что делает этот скелет? А, пожалуйста. Блин. А ведь эту игру можно и без смерти пройти. То есть вот эти... То есть у меня на тройке всегда должна быть. И без потерь контов пройти. Видел и прохождение. Динамик проходил, который из, короче, динамик проходил. Суть не в том, что я кто-то знал. Или все знали. Так сказать. В этом суть. А стой. А, я понял. Бардак. Тут уже не получится, так сказать, уже хитростями воспользоваться, хитростями ландшафта. Прямая линия, просто сидит как стадион. Ничего нету, негде спрятаться, рождения нету. Сейчас есть. По-любому не буду использовать магию. Так, мне сумели
потратить в концу. Ладно, используем магию. Еще тут. Ай. А, да, этого чувака нельзя купить. А, ненавижу, когда эти мелкие сошки бегают, как паразиты. Они реально все помнят. Это нечестная битва. Жизнь хорошая. Ну хорош ты, ящер. Вонючий. Я тебя сейчас убью по-любому. Я сам сдох. Не стал. Засранец. Дела тут хорошо. Думаю, я эту Ньюка смогу убить. Все. Сейчас. Последний бонус. Я не люблю вообще так убивать. А, вонючий скелетон сраный. Готов обосраться ради своего босса. Да и черт с вами. У меня еще много жизни, пацан. Еще. Главнюк. Ай-яй-яй. Ой, как-то они убиваются. Прикиньте, вот, можно пройти без смертей. Кто-то засрался. Нет, конечно, он не такой сложный. Но сейчас, по-моему, прохождение не скажешь. Все, чуть-чуть остался. И почти добил уже. Топором сам размахивается, засранец. Ну что ты делаешь? А? Вот резко оно. Я вообще не понимаю. А! Если бы тут не скелеты, я бы вообще без задевания прошел. Получил засранец. Чучок, подожди. Джулиус. С плюс Б, перекат и удар назад. Так, я С плюс Б нажимал уж. А. Направление. Удар ногами. Ростик вперед и Б. Удар ногами? Да ладно. Так. Не, у меня только... Я вот жму направление, он мне... Ну да, вот. Я тоже читал это. Интересно вообще. Ладно. Убил. Все. Усё. Да, долгая хардкорная битва. Пришла к своему финалу. Зло. Злой императора повержен. И он возродился. Заново. Ладно, шучу. Так. Ладно, сейчас я приду, пока пусть стоит.
Да. Принцесса в другом ЗАГСе. Но теперь Гриндайзер точно не докопается. Разве что мультичат не поставил. И с Ютуба чат. Ну то есть мультичат, короче. Но скорее всего там тоже никого нет, никто ничего не пишет. Если окажется, что это так, то значит я не зря не поставил. Этот сам. Не зря не поставил. Всё. Так. А, да, вот. Короче, у меня уровень A. Ну, я думаю, это слабовато, конечно. Еще 20 единиц не хватает. Дрался я не очень-то круто. Всё. Цикл прошел игры. Обратно. А, вот, на зло пройду японское. Потому что я не проходил никогда японское. Всегда проходил американское. Так. Shadow Blasters. Так. Вот она игра эта. Интересная игра, кстати. Про там каких-то магов. Сверхъестественные силы. Божества. И так далее. И смешанные с... Ну, современной цивилизации. Так, кем я играл? Ну, давай вот эти пройди. В прохождение я играл за Сенширу. Или Сенсиру. Теперь буду играть за Киденбол. А, вот еще прикол. Тут, короче, кроме жизни и мощности, да, этот силы, то есть, сколько он может хп снять, вот это P, Power. И L, Life, да. Power тоже надо прокачивать. J это jump, равно 1. Максимум 4 там единицы. S это speed, скорость. Тоже 1 единица пока. Надо будет брать всякие ачивки там, всякие, чтобы увеличить эти единицы. Power тоже как life, до конца можно заполнить. Вот супер удар. Вот так он прыгает. Блин, зря это все. Самурай Шаудаун. Не, какой самурай Шаудаун? Самурай Шаудаун, это же файтинг. Все-таки. Во. Вот на такое оружие я согласен. Может он схож с самурай Шаудаун? Как бы, да. Ой, какой медленный мужик, это, конечно. Это очень плохо. А, вот я прокачал пауэр, у меня полная линия. Да, вот так сложно здесь прокачать пауэр. Это черт. Кстати, враги не... Некоторые враги вообще не респаунятся, то есть не возрождаются заново. А вот всякие мелкие враги, там, типа вот этих лягушек или прыгающих ублюдков, они возрождаются миллион раз, если
если уйти с этого места. Ладно. Бьем по-быстрому. Может, мне не получится по-быстрому. Наверное, я не буду проходить без смертей уж. Я уже прошел. Что-то не хочу париться. Так пройду. Если сдохну, сдохну. Чертцы. Вообще в солянке как бы такой. Я уже говорил, конечно. Спойлер. В солянке вообще какой-то особый хардкор какой-то не примечается вообще. Тут это не важно. Вот, кстати, самый муторный, дебильный босс. Серьезно. Сам первый босс. Самый дурацкий босс. Ну что ты не умираешь? Блин, я не хочу тратить ресурсы этого мужика. Поэтому буду выбирать другого. Да, тут можно во время игры хоть когда переключиться на другого персонажа. Вот так. Оп, переключился. Например. У каждого свои там фишки. У кого-то вверх стреляет, у кого-то вниз, у кого-то. Вот у этого мужика бумеранги отражаются. Это очень круто. Он даже самый лучший персонаж. Он даже не сам. Что-то я не понял, то ли японские версии сложнее. Как в черепах, ну да, 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 да. Аналогия проста. Все правильно. Что-то я не понял. Че я не могу убить до сих пор? Не, серьезно. Че, эта игра. Вот эта версия сложнее, чем американская, что ли? Сложнее, то насколько? Ощущу. Очки, которые, как в большинстве игр, просто бесполезны. Как и в этой игре. Просто элементарный пересчет. Дайте мне жизнь. Кто-нибудь. А я, кстати, на одном стриме пытался пройти. Потом дошел до геймовера все-таки и просто забил. Это было зимой, это в декабре или в ноябре даже. Да, этот мужик может стрелять вверх, влево, вправо и вверх. Все. Было бы круто, если бы он еще самый стрелял по диагонали там. Конечно. Я был бы не против. Это уж точно. Ненавижу этот уровень только из-за того, что вот эти мелкие придурки есть здесь. Они очень надоедают. Очень дико надоедают. Сейчас. Ох, меня второго перса убили уже. Хорошая. Что это? Что это за спа? Что это за спа? Я этим персонажем вообще играть не умею. Честно. Ты скажешь, что тут уметь? Имеется в виду то, что сам именно вот эти особенности его использования персонажа, что стреляет вверх,
как мне вот, допустим, достать вот эту ублюдку, если он там-то стоит. Или еще что-то такое. Поэтому, наверное, ввели возможность переключения игрока во время игрового процесса. То есть я по-любому могу. Ой, блин. Извиняюсь. Вот что ты, ублюдок такой. Ты пошел, блин. Не, японская, по-моему, даже существенно сложнее. Что-то мне так кажется. Как-то здесь все поживее как-то. Вот что он подходит ко мне, блюдо. Да. Убил, ладно. Кто знает. Ну, если даже сложнее, то прям не настолько, что прям аж. Ладно, я лучше сдохну. Контент здесь бесконечный. Да. Я лучше буду играть персонажем, которым всегда играл. У меня прям какое-то самовнушение, что как будто бы я только могу им пройти игру. Причем, может, даже без потерь. Много багов всяких интересных. Вот один баг я нашел, но я его так и не смог продемонстрировать еще раз хотя бы. Это было, когда я пытался пройти, просто пройти. Это сам первый тренировочный процесс. Это было вообще давно, в октябре прошлого года. Я там нашел хороший баг в лесу, уровень. Я покажу. То есть, перед главарем, сам. Перед главарем, в общем, там отключается музыка, да. Остается только звуковой эффект. Интересная вещь. Прикольно было так. Сначала, когда просто случайно это получилось. Я просто сменил персонажа перед этим. Перед началом боя. Как бы я дошел до определенного места. Ты просто нажал старт и поменял персонажа. И все. Вот он был весь прикол. Я убил и сам умер. Как понимать. Сейчас интересно, у меня этот персонаж будет или нет. Круто получилось. Так, сейчас посмотрим. Остался ли он у меня живой. А что это такое? Это как понимать? Это же по сути баг. Или нет? Нет, по сути баг же. Что это за нулевая жизнь? Смотрите, Архилик, смотри, прикол. Я умер вместе с боссом, и игра посчитала, что я все-таки жив. Но при этом фича, да, думаешь? Вот, это, конечно, даже не знаю, фича или нет. Если не фича, то баг по-любому. Если не баг, то фича. Крутяк. Первый раз такое. Вообще всегда интересно было.
Что-то мне кажется, что нет. Да. Если был бы бессмертный, то скорее всего был бы баг. Да. Не скорее всего, это баг был. Определенный баг. Да. Что-то не очень-то весело стал. Как умер. Обычно это баги, они как цепная реакция идут. Если ты одно что-то там нарушишь внутри игры, какой-то, ну, устав, так скажем, какие-то свои правила физические, нормы, то дальше пойдет следующий нарушение, там какой-то цепная реакция. Не, смотрите-ка, по-моему, японская намного сложнее, серьезно. Хоть и здесь 50 FPS, но играть значительно сложнее. Серьезно, я говорю. Похоже, придется и эту версию пройти без смертей. Потому что она намного сложнее. Рифма говорит о том, что надо по-любому пройти. Потому что здесь вот эти враги не появляются так быстро. И пауков нету. Да. Ну здесь есть пауки. Но они что-то. Здесь вот очень быстро пауки спускаются. Ну да, я по-любому запишу. Я уже записал американскую версию. Я ее уже прошел без смерти. Вот этого мужика терять нельзя. Но я что-то особо не стараюсь. Это терять. Блин, падла. Но. Нет. Нет, он заденет. О, смотри-ка. Ну, черт с тобой! Нет, Америка... Я вот прям вижу, по-любому уж сложнее. Стопудово. Как я мог не заметить этого? Надо пройти уж. Я думал, что японская версия это то же самое, только на 50 FPS. Ну что это? Вот он в американке не так. В американке он просто идет по какой-то тупой траектории там. А здесь он ждет, пока ты перепрыгнешь и выйдет над тобой. Сейчас я покажу. Запрет найти еще сложнее свой любимый. Да. Особенно какие-нибудь хаки крутые. Да, удивила японская версия. Походу придется пройти ее. Мне надо было тщательно изучить, конечно, обе версии. Чего я не сделал. Так, это легкий уровень. Бля, вот эта дура, я, наверное, не пройду ее. Тупое оружие, нахрена она так падает? Кому это надо? Тут или вверх, или по прямой траектории. По-любому. А, ну здесь надо, ладно, согласен. Ну, а у меня нет жизни. Короче, хана мне. Ладно. Уже второй геймовер. Кто-то скажет, как это этот человек прошел игру без смертей. Если он уже два конта потерял на элементарных местах. Две причины. Во-первых,
игра уже поднадоела сейчас. И когда игра поднадоедает, уже неохота вообще в нее как бы особо играть. Тем более там проходить еще что-то. И это норма. Ну что это? Когда нет прокачки оружия, очень тяжело проходить. Кстати, можно на дефолте пройти. Идейка. То есть я намеренно не буду брать никаких ачивок. Просто буду проходить по-честному. Но это тяжело, скажу я. Жизнь я по-любому возьму. Нет, здесь респауна очень много. А там такого не было. Серьезно? А, нет, я ненавижу это место. После прокачки вообще тут такое должно быть оружие. Тут падла вонючая, я тебя сейчас достану после интернета. А, вот, кстати, баг, смотри, архилив, еще один баг. Смотри, смотри. А, его здесь не исправили, вот. Я застрял. Опять застрял. Опять застрял. Опять застрял. И сейчас вышел. И когда пытаюсь вот так прыгнуть, нет, вон как что делать. Просто выбрасывает куда-то. Куда это выбрасывает? Что это? Да. Блин. Что-то он мне напомнил этот мозг, который в контре. Так, у меня есть еще маги. Использую. Один фек, он один на всего лишь одна штука на один уровень. И после перехода на следующий его не станет больше. Все равно будет одна магия. Так что, думаю, есть смысл его использовать хотя бы один раз. И тем более 7 персонажей. Не, японская реально сложнее. Тут как-то враги быстрее двигаются. Респаунов много. И очень много, дофига долбить надо боссов. В американке, по-моему, там 2 магии и там немножко подолбить
Хватит уже. 4 магии тем более угробят босса. А здесь 4 магии и еще 2-3 минуты надо фигачить босса. Определенно сложнее. Придется пойти. Конечно, сама по себе. О, опа. Вот еще. Ох, нифига себе. Да вообще, что за... Тут такого не было вообще в этом. Что это? О, фига. Вот тут сразу ощутима разница. В американке в 3 раза меньше здесь врагов. Здесь на одно дерево 10 каких-то летающих говнюков. Вот что и требовалось доказать. Короче, ставлю по-любому. Сам сказать. Ну, короче, по-любому сложнее. Ох, жесть. То, что прям очень сложно, но... Я не был готов к этому. Ну что это? Тут бесконечный респаун. Без прокачки никак. Это уж точно. Так. Что-то мне кажется, я с первого раза не пройду здесь. Блин, ну что это? Откуда он выскочил? Какого-то дерева. Дуплоед несчастный. А-а-а! Сейчас грохнусь из-за вас. Что это? Ай-ай-ай-ай-ай. Ладно, давай. Заново. Еще 3 уровня осталось. Так-то. Что-то мне кажется, они будут еще сложнее. Я, видимо, в детстве играл именно японскую версию, поэтому я ни хрена не смог пройти ее. Все понятно теперь. Все теперь понятно. Да иди ты нафиг.
Опа, я нашел вроде интересную фичу. А, нет. И сдолбил мне. Так, все. Да, убил. Убил мс. Так, вот он уровень. Так-то не очень сложный уровень. Туда я должен пройти. Учитывая даже босса. Здесь очень хорошие хитрости очень. Интересно, я это поможет одолеть босса. Ну что ты? Хрен нас два. Ненавижу, когда он так летает. Зачем это надо? Пошел ты. Идите в задницу. Это реально без прокачки никак. Очень тяжело. Фух, дошел. А, да. Долго придется убивать. Пожалуйста. Так, кто там есть у нас? Пока лучше этим. Блин. Зачем я вышел туда? По-моему, у меня вообще нет шансов убить теперь. Вот так. Вообще есть шанс? А, походу тут еще баг этот. Ну, или не баг, я не знаю. По-моему,
Ну, в общем, он исправлен. Короче, спамерское прохождение обычное. Сраное кольцо. Бе-бе-бе, убили говнюка. Тут без прокачки никак, стоп, давай. Чё вам надо, ублюдки? Хорош уж. Видали, какой баг был интересный. Спрайты просто тупо пропали куда-то. Чё-то какая-то фигня вышла. Да. Во. Ну такой вот я согласен. Сейчас по-любому убью. Ой. Это бы. Да, японская намного честнее как-то. Она как-то намного... А вот, кстати, тоже интересная фигня. Тоже один раз было, когда проходил игру. Видимо, баг. Ну, я не специально, естественно. Кстати, полезный баг. Он просто тупо застрял. Но потом выскакивает, да. Знакомый уже. Без потерь, но зато долго. Точнее, долго, но зато без потерь.
Что запарил? Бля. В этом вот настоящий хард тоже. Видно, что хард. А не как в американке. Чёрта с два. Зря. Зачем вот эта стойка нужна? Там платформа стоит какая-то. Не зафиг она так. Я туда все равно не запрыгну. А если я запрыгну, то нет смысла. Там все просрал. Что-то мне послышалось, что кто-то в ТС-ке что-то крикнул. Я понял, почему я в тот раз не смог пройти. Потому что я проходил японскую, да, включил, точнее. Пытался пройти. Вот почему. Все. Последний уровень остался. Сейчас посмотрим, что и еще изменения произошли. А, можно сказать, что это предпоследний все-таки уровень, а не последний. Хотя потому, что будет еще один якобы уровень, псевдо такой. Просто с боссом надо подраться. Финальный босс. И это можно вполне считать за последний уровень. Здесь придется аккуратно действовать. Призов нету, настоящий хард. Ничего нету здесь. Никаких ачивок, призов, еще что-то. Все нормально, как в настоящем хардном режиме. Соответственно, придется проходить на дефолт. Какую-то белую штуку дали. Нормально, в смысле. Еще одну. А, это пауэр. Как раз таки увеличивает силу. Так, возьмем. Не будем скромничать. Опа. Так, здесь будут опять эти демоны. Штук 5.
И они, кажется, тоже респавнятся. Если куда-то уйти в сторону. Даже в американке так было. Ладно, не важно. Игра не настолько сложная, чтобы ее прям подетально обсуждать. Конечно. Все эти мелочи. Где там респаун, где нет. Это можно элементарно даже натренировать. Не задумываясь пройти игру. Я так думаю. Вполне. Так, предпоследний босс. Вот все, вот он. Так, ага. Хорошо. Да пошел ты. Зафиг. Блин, мне не хватает скорости. Он меня может завалить, кстати. Слегка. Ау. Скотина, Блин! Это очень плохо. Очень плохо. Честно. Вполне могу сдохнуть. Имею право. Задел таки. Чувствую, не пройду я его. Особенно вот так. Эх. Ну давай. Ну, я просто не успеваю реагировать, нам прыгать. Ну что это? Мне еще не хватает скорости при этом. Слишком медленно. Блин, сдохни уже. Подлец. Давай уже. Yes! Убил. Так, теперь финальный босс. Босс. Так. Последний босс. Наш какой-то там наставник. Какое-то божество говорит, типа, сыновья мои. Шучу. Надо сматываться от этого придурка. Вот такой хитрость я разработал. Можно просто убегать от него и стрелять при этом. Очень просто. Я думал, здесь что-то изменится. Но нифига. Так же, как и в американке. Ну, можно, например, вот так. Ой, извините. Как вариант. Что-то неохота к нему приближаться. Кстати, если его задеть, вот как видели, просто жизнь снимается, хп.
просто за раз. Убил. Все. Игра пройдена. Вот такая игра. Все. Всем спасибо за стрим. Фу. Всем спасибо за стрим. Кто смотрел? Все такое. Всем пока.